пишешь стихи очень часто. Когда горело и были написаны эти песни. Давай не выдумывай, кто на тебя проверяет. Не доверяй им, не доверяй им. Давай не выдумывай, кто на тебя проверяет. Не доверяй им, не доверяй им. Не уходи. Слушай, а может Ванька чуть поменьше сделал? Ты резко мне. Я просто я очень слышу, прям он мне забивает все. Абсолютно. Я в принципе громко. Ну сейчас, давай очень громко. Громче, не тише, я с этим расчетом делал. Вы же умеете тоже убирать чуть микрофон от себя, да? Да, вот, да. Это у вас. Это вообще... Нет, сейчас просто как-то резко... Мне что папа будет спать, я делаю. Блин, давайте вы еще, конечно. Ну вообще нет, ничего там. Что еще? Ну давай прочекаем еще что-то с другой, да? Ты хочешь еще что-то прочекать? Расписки наставлю, подумаю. Надо новое по любому прочекать. А есть новая вещь, да? Да. О, у нас их миллион. Да, конечно. У нас 500 песен сегодня в программе. Вот вообще родители песен новых. Музыка льется. Что-то это я вспомнила, что я на твоем месте. Не, я могу на себя поехать. Самый бендрёжный или нет? Так, чё? Эти фронтмены, это вообще... Я вот тебе не завидую, своим ребятам тоже не завидую. А как, матом тебя как? Нормально? Нет? Нет, я другая, я мат не угасил, я другие тоже смущаю. Ну, тогда тебе еще офицер. Жена играет на клавишах, на девочке у нас. Давай я два раза. На чем играет? На клавишах? Да. Это так хочется, давай. А с подставой будет? Давай, да. Можешь спросить на уровне, да? Да, давай. Может быть, сейчас попробуйте, я вам тоже так считать и считаю. Просто...